Интересная аномалия есть в лесу под Жуковским санаторием. Так называемое ведьмино гнездо на сосне. Видите, ствол сосны одной идет ровный, ветки маленькие. А наверху практически как ветки принимают форму гнезда. Там алистинового или чего-то. Сейчас попробую поближе показать. Все деревья слева справа, смотрите, у них макушки зауженные, как будто пирамидальную форму имеет. А вот именно вот это дерево имеет форму гнезда. Кто-то орлиное гнездо называет, кто-то ведьминое. Оно находится на территории санатория Жуковский. Ни одного дерева близко такого нет похожего, чтобы такая крона была в одном месте распушенная, что даже на сосну не похоже издалека. Вот мы увеличение включили, увидно, что оно конкретно выделяется на фоне остальных деревьев. Интересная сосна это, конечно. Помню, журнал популярный раньше, «Наука и жизнь», где-то в 80-х годах напечатал об этом явлении, только вот объяснений особо не было. То ли аномальное место, то ли просто дефект дерева, то ли что-то мистическое в этом. Вправо-влево деревья обычно растут, пирамидальной формы. Только вот эта сосна имеет это образование наверху. Многие, кто гостил в доме отдыха Жуковский, это фотографировали, снимали. На остальных деревьях такой аномалии нету.